что ж, дорогие друзья, после паузы мы возвращаемся. Оп-оп-оп, после паузы мы возвращаемся и будем с вами вместе смотреть прекраснейший матч Outsiders против коллектива Complexity. Там уже Na'Vi с G2 играют, но ничего страшного. У нас тут Overpass, у нас тут как бы вторая карта Best of 3 состязания. И как бы нужно победить сейчас команде Outsiders, чтобы выйти со счетом 2-0. С вами студия Мейнка, с вами Петрович и Кризин у микрофона. Айден, ну что, как твои будут аналитические вот такие составляющие? Кто победит и кого ты считаешь фаворитом на карте Overpass? Ну, я знаю, что у комплекса очень сильная сторона защиты. Они сегодня 12-3 закрыли Фнатиков. До этого закрывали Na'Vi, вели со счетом 14-8, и основную часть работы сделали тоже за сторону защиты. И здесь также начинают за свою сильную сторону. Посмотрим. Ну, у Outsiders мы тоже смотрели сегодня Overpass, и они очень сильно играют на этой карте. Начинали, правда, по-моему, 6-0. 0-6, точнее. Против OG, но в итоге выиграли. Без проблем. Против них Хаузерк уже находит Джема. Где это было? Это было на длине. GT на сайте А, летит раскидка. ФМ будет бежать первым. ФМ. А без армора. GT без армора, зато с китами. И при выбивании комплексити подберут эти киты. И будут разыгрывать 4 в 4. Гранат больше не остается. Хаузерк все еще на длине. Как будто забыли про него. Про него как будто забыли. Кикерт повернулся. Отвернулся Джем. И про Джема теперь есть информация. Крадется. Снайпер, хал... Так, Хигерт нашел Фэнга. Я не знаю даже, где этот фраг был. В банке, насколько я понимаю. Флоппи минус. Не, минус Фэнг. Флит. Флоппи как раз, да. Флоппи как раз и выжил. Флит находит минус по Халзерку. И дальше ситуация 1 в 3. Потому что Кикерт прекрасно работает. Команда Outsiders на какой-то плюс морали сейчас двигается. Кайрон ставит голову. Ну, тот трипл килл на карте Анубис в последнем раунде. Кайрону должен дать очень сильный буст. Очень сильно. Я прям почему-то думаю, что это так будет. О, ну, бутылочки нормальные у ESL. Пока откроешь палец, можно выдернуть. Кэдиан тоже не мог открыть бутылку, когда играл против Виталити. Он, по-моему, ее админу дал потом. Не админ. А, да. У него времени не хватало. Паузы же там не было, да? Был только вот этот фристайм перед раундом. И сейчас посмотрим, что у нас, друзья. Не получилось открыть у Кэдиона, да, бутылку. Но это тем временем второй раунд. Команда Outsiders. Почему Джейм решил играть с пистолетом? У него проблемы с экономикой. Он купил второй армор. Гранаты. Хм. Интересный выбор, чтобы это не стало, да, каким-то проблематичным моментом для капитана команды Outsiders. Больше на тиммейта все-таки надеется. Наверное, да. Ну, здесь экономически. Скорее всего, просто знает, что эко будет у комплексити. И сейчас ему в любом случае не хватает на ОП. Будет отыгрывать калашом. Но если бы сделал 2 фрага, ему бы хватило навик. И начинал бы Джейм очень хорошо. Что-то расколивает GT. Прям бурно говорит. Там тетрадки полетели. А у Джейма авика нет. Ну, по 250 вряд ли будет. Подожди, он опять по 250? Да. Реально? Да. Он знает, что там бай, играет с по 250. По кайфу. Тренер команды Outsiders, тренер, господи, капитан команды Outsiders отыгрывает. И там и МакТену флита. То есть ребята вообще решили вот сыграть в таком плане. Но Джейм, наверное, понимает, что лучше потом забрать будет себе авапу взять на... четвертом. Хотя у команды Outsiders потом и денег не хватит нормально закупиться. То есть сейчас вот такая вот интересная экономическая составляющая может сыграть не на руку Джейма. Но я думаю, что Outsiders, значит, не готовы проигрывать и расставаться, как бы, да, с третьим раундом. И будут бороться даже с пистолетом. При этом команда Complexity играет закрыто. Два игрока на банане, один в коннекторе, два игрока на Б-сайте. Достаточно интересная позиция, а сайт свободен, лонг отдают. Да, и все это дело прочекивает Фейм вместе с Джемом. Ну, прикинь, сейчас Джем выходит на длину, а там авик, и он с пистиком. Ну, было бы забавно. Да, мне кажется, за это достан бы ему немножко... Да не, Джем так часто делает, на самом деле.
Я просто не следил за этим никогда. Вот тут Фэнк для себя ловит прекрасный тайминг, дает информацию для по Фейму, а Фейм с Галилом, и сейчас Фэнк обойдет спину инфинетом, тем временем выход контра, и они забирают двоих, а вот это уже неожиданно и приятно. При этом Фейм продолжает играть в туалетах, и его сейчас прочитает Фэнк, 3 в 3, а ВП есть у Халзерка. А у Джема появляется МакТен. Ну хоть какое-то оружие он подобрал, будет смотреть выход с коннектора, а в спину идет Фэнк. Его, скорее всего, не будет читать Кайран, который стоит на монстре. А там еще и флит. Фэнк чекает все, очень много времени теряет. Его слышал? А мне кажется, Джейм слышал. Да. Да, и Кайран смотрит. Своевременно перетянулся, да. И вдвоем, просто вдвоем. Распикивают, китов нет. Сейва от комплексити мы не видим, а у них дефьюз китов нет. Куда эта атака идет, непонятно сейчас, как по мне. Да, все, уходит. И Грим и Халзерк — отличнейший старт, как по мне, для команды Outsiders. Да, ну смотри, в итоге что сделал Джем. Он не купил оружие, засейвил себе $2700 и подобрал эмку. И денег много сохранил. Закупит там гранатами, у него второй армор. Достаточно, да, разумно сыграл. Ну вот мы должны тоже понимать тот факт, что у команды Outsiders могло и не получиться. Ага, вот так вот, отлично. Но у них могло и не получиться выиграть прошлый раунд. То есть тут уже сложились так обстоятельства, достаточно интересно. Но там на себя много фейма информации взял, да? То есть и в туалетах он смог переиграть, и перетянуть на себя Фэнга, и кучу времени выиграть. Ну и плюс какую-то все-таки фейк-информацию он выдавал. Да. Флит получает по ножкам, 68 хп остается. А Грим расстроился как будто слегка, головой так помахал. Халзерк стоит на монстре и просто смотрит в дым. Никого он здесь не нашел. Будет пикать глубже, и Джейм это контролит. Вот и авик Джейма. А если бы Джейм в прошлом раунде купил АК-47, то сейчас не было бы авика, скорее всего. Да. И он бы тогда не сделал опен. Согласен. И команда Outsiders не была в преимуществе. Ну а так у них все есть, и прям все хорошо. Но сейчас посмотрим, как они это все реализуют. Там два пистолета, там и АВП, и вот Грим, и М-ка не стоит забывать, потому что Грим любит нашивать смоки в монстре. Мы это тоже должны понимать, и он очень хорошо стреляет. Сейчас выход, Флоппи будет смотреть, флешечка будет, за колонну должна прилетать фуллайн от Флоппи. Классно сыграл тут Кейкерт, просто потрясающий игра с Петра. Еще минус один, до свидания. Ну и Фэнка последний. До свидания, действительно жестко. Да, только от Лехи. От Лёхи, да. Да, я просто Петрик, да. От Петра говорю. Ну, нормально. Какой же ты лучший? А дальше я ничего не услышал. Дальше просто переключили уже на комплексити. Да, друзья, это жестко. Это сейчас действительно жестко. Ну и Кикер сыграл идеально. Просто превосходно. Хочется ну давай, ударить что-то. Ну бей, ломай меня полностью, говорит уже монитор Халзерку, просто говорит. Ой-ой-ой-ой. Что это, блин? Пятый раунд, команда Complexity закупилась под ноль. Ну, комплы действительно могли и поплыть, и вот это их лучшая защита, но тильтик какой-то присутствует. Понимают ребята. Да они уже в который раз просто в шаге от вылета. Все это время выживают. И сейчас снова в 12 раундах от вылета. Но у них все шансы. КТ — это их сильная сторона. Они умеют здесь играть, все понимают. GT занимают воду. Ну и потихоньку комплексити начинают контролировать много территорий. То есть вода под Б — это одна из ключевых позиций. Но, что примечательно, Фэнк горит. Фэнк сейчас горит просто. 12 хп остается. Джейм выходит на помощь. И Фэнк добивает. Какой же хороший опен нашел он сейчас. Халзерк также работает. Но я не понимаю, почему все еще один Халзерк пода. Да, есть в андеграунде Фэнк все еще, но ему здесь трудно будет выйти. Кикер. А, Кикер не смотрит даже наверх. Мог засейвить своего тиммейта, своего капитана, 2 в 3. В итоге Фейм в упоре пуда, а Халзерк это не видит. А теперь видит.
отходит моментально. Летят гранаты, можно занимать сайт, будет устанавливаться бомба. И хочет выйти в смог, по-моему, со стейрсов игрок защиты. А кто на это? На каре ставится бомба. Это Грим. 6 секунд, проверили, кстати, банк. Халзерк не делает выстрел, Кикерт играет за зеленым, при этом Грим, да, продолжает чилиться в смоках. Кикерт, ну какой же мистайминг ловит для себя снова, ну это плохо. Что чекал сейчас Кикерт, я вообще не понял. То есть он приглядывался на лонг, пытался что-то потом поймать для себя тайминг, но это же было действительно плохо. Ну и Фейм АВП будет сохранять, команда Outsiders проигрывает первый раунд. А какой там счет, кстати, у Na'Vi? А я видел, они проигрывали. Да, там да. 8-3. Ну, троечка уже неплохо, можно набирать больше. С пятерочкой, думаю, Na'Vi могут и камбэчить. Да, но я чуть не уверен. После такого старта вот G2 очень даже хорошую. Ну, посмотрим, что будет. Сможет ли Blade команду Na'Vi немножко встряхнуть. Ну и также нужна небольшая встряска команде Outsiders и Complexity, да? Джейм находит минус по Халзерку, тот пытался сыграть агрессивно в коннекторе, но его за это закрыли. Сообщение в чате, не там G2 автовин. Ясно, по фактам. Ага, интересно. Интересное мнение. Такое возможно. Как же медленно играет Outsiders. Это их стиль. Они так привыкли играть, Кайрон нашивает под Б. И такое давление создают. Просто прессингуют точку Б, где комплексти стоят вчетвером. И так как раз будет идти сюда. Но сейчас проверим, насколько хорошие выходы у Outsiders. Насколько хорошо они все позиции вскроют. Флоппи стоит в упоре. Флит подтягивается к шарту, а Флоппи будет играть под рассеивание. Минус Джейм. Флоппи красиво сыграл, Кайрон играет Джейм, при этом Флоппи... Ой, ну куда ж под спрей, как же круто Флоппи в этой ситуации разыгрывает. А у Фита ХАЕшка есть. Да, но он не понимает, он должен понимать, что Флоппи находится именно в той позиции, и Флит просто убегает. А, по-моему, Флит хочет засейвиться вообще, хотя шансы были. 25 секунд еще остается. Фейм спалился. И сейчас Флоппи будет выходить ловить. Да, на ноже. Классно играет Фейм. Ну как это так без инфы? Просто только что ж проверяли шорт, но при этом классно вообще сыграла команда Complexity. Ну и за это наказываю. Да, это сейф, и это сейф АВП. Флит от Флита. Так, а если бы Флит дал ХАЕшку эту? Просто апстолб. АВП забрать? Да, ну, забьет. Чекает все. Ладно, команда Complexity в этом раунде сыграла очень даже неплохо. Друзья, не забывайте, вы можете заспойлерить себе каждый матч на сайте наших партнеров в информационном портале CoverGG. Ищи матчи с быстрыми данными, кликайте на баннер по трансляции и смотрите на несколько десятков секунд раньше, чем мы. Ну а тут снова кулачки для Флоппи. Прекрасно подбирает он для себя позиции и тайминги. Ну и пауза, вот ВП. Пауза нужна. Ну, почему-то Достан ничего не колет, в основном говорит Джейм сейчас. Наверное, Джейму такая пауза нужна была. Достан разминается. Да, но сидеть так, уже второй БУ-3, это, наверное, тяжеловато. А G2 уже 10-3. Приплыли Na'Vi? Да. Ну, на Инферно, я думаю, да. Ну, посмотрим. Там как бы что-то, да, может измениться. Может, на второй карте какая-то битва будет. Не, ну там G2 набирает обороты. Простите меня, но G2 это сейчас одна из самых сильных команд в мире. И они топ-1 в мире. Поэтому такие дела. Что, у нас команда Outsiders и Complexity. Это тоже, в принципе, команда, которая потихонечку подбирается. Там кто Outsiders, если не ошибаюсь, топ-5 в мире. Так, где-то с Ликвидами они вместе. Ну, они выше Na'Vi точно. Или ниже, это я уже там что-то себе... На Outsiders выше, чем Na'Vi. Да, на 5-й, да, Ликвиды 4-й, если не ошибаюсь, Heroic, Фейс там 2-е, 3-е, ну и G2 1-е. Да, сейчас Халзарк будет встречать Na'Vi оппонента, что, без флешки будет выходить, Молик, прекрасно, а Халзарк забыл выстрел. А Халзарк уйдет отсюда вообще? Да,
смог все-таки отойти. А там засада в андеграунде. Флит такой чекает? Мне кажется, нет. Флит сейчас должен держать. А там второй. Второго точно не ждал. А ФМ-то потихоньку продвигается. Но Халзерк, у меня такое ощущение, что он подозревает, что такое может быть. Джем несется по длине. А Халзерк увидел, насколько я понимаю. Да, увидел, прифнул. Но не прифнул Джема. 27 секунд, 25 секунд. Джейм тайм. Это сейф. Это как раз Джейм тайм, друзья. А что поделать, команда Outsiders не смогла в этом раунде добиться желанного успеха. Еще один раунд своим оппонентам они отдают. Джейм вообще побежал за калашом, я так понимаю, что это. Или это пытался поставить бомбу, пытался заработать денег на следующий раунд, но за это их наказали. Да не, ему просто нужно было умереть, потому что лосбонус маленький, лучше лосбонус получить. В принципе, да. Я думал, что-то можно было бы калаш подобрать, засейвить. Ну ладно. Команда Outsiders сейчас будет думать над тем, чтобы, да, как-то реализовать снайперскую винтовку хотя бы. Ну это опять же. Это опять же по возможности только открывать. Команда Complexity просто играет в обороне неплохо. Да, на всех мапах мы видели, да, друзья, КТ сильнее, но и на КТ команда комплекса не смогла взять ни одного раунда, ну, нормального. В защите, а вот в атаке набирали две команды, что... В защите, точнее, набирали две команды, что аутсайдер, что комплексити, поэтому мы можем понять, что и в атаке действительно команды сильно выиграли. Ладно, тут сейчас Outsider сегодня, расскажите, это Ликвидом, да, если не ошибаюсь, они против Фейзом набрали в атаке 10-5. На Мираже? Нет, на Оверпассе. Первая на Мираже вроде бы тоже. И на Мираже, ну вообще, атака, то есть, достаточно сильно выглядит. На Оверпассе 9 раундов, на Мираже 10 раундов. Угу. Но у Фейзов вообще не пошло. Это грустно. Но у нас все может пойти у комплексити, который потихоньку камбэч. Джейм чуть-чуть не доконтролил. Мог сделать опен, но с таймингом не повезло. Халзерк в итоге занимает хорошую позицию. Но он, скорее всего, не ожидает. Да, не ожидает Фэма, который сидит в поре. И плент чистый. А куда все игроки комплексити делись? Мне кажется, это работа аналитика, который говорил, что аутсайдер с 90% времени выходит под Б. Комплексити всегда играет просто 4Б. Вот и все. Это ошибочка. 5-3 становится счет. Флоппи и JT будут сейвиться. Ну и комплексити вроде бы выиграли 3 раунда подряд, но экономика просто ужасная. Ее, по сути, нет. Ну, закупиться они-то тачу, да, закупятся, потому что Фэнк сможет дропнуть. Я думаю, да, какие-то девайсы мы увидим. Это не будет там какой-то экономический, потому что и два девайса, и есть две М-ки, под них можно сыграть. Вот это шанс для команды Outsiders выйти для себя на 7-й, кстати. Сейчас 5-й. Если выиграют следующий 6-й, ну и 7-й просто даром отдадут им комплы. Пытается выбить с них девайсы и... Джейм уже сидит кулачки отбивать, а пацаны потеют там. Действительно. Первая пауза от комплексити. Как мы видим, ребята из американской, из техасской организации боятся. Только у Грима не будет денег. Ой, какая злая музыка, я впервые такую слышал. И это на паузе, всегда она такая была, более миленькая, ну а тут... Оп. И резко выключили. Вообще просто убрали все, говорят. Вот, обычно вот такая. Стандарт. Да, друзья. Ну что, команда Outsiders берет этот раунд, действительно выйдет для себя на очень хорошую и вкусную серию. Даже, наверное, больше. Они могут первую половину себе забирать, судя по экономике. Не, ну там 2400, ладно. Следующий там фулл экономика будет. Ну, где-то 6-й, 7-й они могут взять себе 100%.
посмотрим, как комплы будут действовать в этом раунде. В девятом снова там 2B, 1 3B, 1 Гон и 1 Бада. Оставляет играть Халзерка. И не спеша тоже играют Аутсайдерс. Аутсайдерс, как обычно, ничего нового. GT занимает воду. И опять 4B играют в комплексе. Флит минус. Жесткий опен находит. Халзерк соло на банане. На Халзерка, если честно, очень много возложили сейчас ребята, его тиммейты. Потому что в соло удержать базу апати в Аутсайдерс, ну, такое, если честно. Надо было с самого начала считать, сколько раз в комплекте играют 4Б. Так, Ирон. Насколько я понимаю, видел? Видел Авик. В туалете Халзерк. Минус. Ну смотри, работает неплохо. 4 в 4 ситуацию делает. Еще и GT вместе с Фэнком находит фраг. Тихерт выходит с монстра. Закрывает Зигу. Еще бы флешку от воды. Ну, Кикерт, что за разворот просто? Очень жесткий Кикерт находит. Уст Халзерк мажет. Это было максимально не очень. ФМ должен убивать Зигу. Есть килл. А как бомбу пронести? А как бомбу пронести? А бомба не проносится. 5, 4, 3. Не успевают. Все, одним фрагом Халзерк сделал игру. Да, да, команда Outsiders вот тут прям ошиблась, друзья, и это действительно больно, но комплексы берут важнейшие раунды действительно рано по мотивам игры Na'Vi, мне кажется. Пытается как-то играть ребят с коллектива Outsiders, но у них не получается. Насколько круто, да, тут Халзер принимает, Грим в шоке, Грим просто в шоке. Ой-ой-ой-ой. Да просто вовремя не разобрались тиммейты Джема, что нужно или пропрыгнуть, чтобы Халзерка развести на выстрел, или просто прыгнуть в сайт, чтобы Джем перебросил пачку. Но это такой очень тонкий момент. И сложно здесь разобраться. Хотя ребята очень долго друг с другом играют. Да, ФМ минус. Ну, для команды Outsiders это был достаточно важный раунд, чтобы выйти для себя на комфортную серию. Ну а Фэнк, да, тут и Молики смог выжить, и Флит его не добил. Пошла флешка моментально с монстра, но при этом еще одна залетала флешка, но она, мне кажется, слепила больше игроков атаки. Они выходят в сайт, но Халзер снова закрывает кейк, при этом флоп не раскрывает, а тут Зарс сейчас и колонны забирает он. Кайрон его. Ну и ситуация 2 в 4. И как же Кайрон чувствует сейчас? А там буст, кстати, прикольный. И вот сейчас Джейм дропает бомбу. Хотя смог в сайте уже есть. Бомба будет останавливаться. А где хаешка Фэнга? Вот сейчас она нужна. И он ее не дает. Я не знаю почему. Если бы закинул сайт, минус Кайрон, и Джейм играл бы 1 в 3. А так, шансов много. У команды Outsider забрать этот раунд. У Кайрона еще хороший фэнгл. Флешка. Флешка от монстра полетела. GT. Минус Кайрон, это уже третий фраг. И Джейм 1 в 2 может спокойно такой вывести. Все, знает про последнего, отходит. Халзерк с калашом открывается. Минус. Это 2 в 5. Что-то я услышал. А вот и достан. А это Кайрон. Да, это Кайрон говорит, Джека, давай. Джека мы такое берем. И Кайрон с Джекой такое взяли. Очень ну, жестко. Кайрон, если честно, я не верил. Я вообще не верил в команду Outsiders в этом раунде. Я думал, ну это 5-5 и все. Ну, второй килл был максимально важным. Ой, смотри. Ой-ой-ой. Какие эмоции от Халзерга. Не, очень сильно горит там. Там прям очень сильно горит. У команды Complexity. Ну, говорит, наверное, тренер команды Complexity. Парни-то зачильтесь вы вообще просто. В чем проблема? Зачильтесь, играйте в свое удовольствие. Ничего уже не сделаешь. Проиграем, так проиграем. Выиграем, так выиграем. Ну вот, гениально. Вот я бы так бы колил бы. Мне кажется, команда была бы довольна. Я думаю, что такое поведение, такие эмоции от Халзерга, это не самое лучшее. Да? Потому что если бы он просто тихо понял, смирился, что проиграли ребята раунд, то было бы лучше. А так он показывает свои эмоции,
Его тиммейты видят, как Хаузер рейджит. И. Ну, это не самый лучший знак просто. Это тебя и... больше как-то опустошает, что ли. Конечно, в эмоциональный и упадок тяжелее. Сил ты идешь, да? В эмоциональный упадок сил, и посмотрим, друзья, что сейчас команда Outsiders придумает в данном эпизоде. Пока много проблем у комплекса вырисовывается. Экономики нет, все печально. Не знаю, что думать тут о комплексе. GT будет открываться. Оп, с дигла не попал. 2 килла всего у GT. 2 на 9 играет. Грим тоже 2 на 6. Не лучшая статистика, но что поделаешь. Ну и нужно сейчас команде Outsider залетать. Сайт теперь кикер играет с пистолетом, да, с флитом вместе. Они того Мактену, того 50-й. Закар отыграет Кайрон, падает от Хаузерка. И красный остается Фейм. Выпад. А Фейм работает. Грим последний. Фейм 7, 14 хп. Его, скорее всего, будут загонять. Нет. Кикер бежит уже с пистолетом. А кикер почему с пистолетом? Он дропал джему сейчас оружие? Нет, скорее у него был с начала раунда пистолет. Это... Ну, у него просто не могло. Ну, я не знаю, быть, что да, вот наверное, $900 может, пистолет. Может, Джейму, хотя у Джейм сохраняло ВПС предыдущего. Я не заметил как-то вначале. Да, я тоже сейчас не понял этого момента. Но это уже второй раз мы замечаем этот команду Outsiders. Ну что ж, друзья, они выходят в неплохое преимущество. И 7-4, выход на восьмой. Первая половина за командой Outsiders. Напомню, это сторона атаки. Ну и сторона защиты является ведущей на этой карте. Так, а у нас экономически полноценный у комплексти. И пока, я думаю, можно сказать, что Na'Vi камбэчат со счета 12-3. Взяли пистолетку. Сейчас для них будет важный бэй-раунд. Кикер минус, кикер второй. И какая флешка? Джем откинул флешку, которая спасла жизнь кикерту. Потому что если бы не флешка, его бы загнал сейчас Фэнк. Да, и в чате пишут, флит, что пистолет был у кикарта с самого старта. Угу. Главное, думаю, сейчас без потери девайса. Да, играть без потери девайса. Фэнк падает, но вот еще и Халзерк добирает, друзья. Ну и команда Complexity. Раунд еще один проигрывает. Это фулл экономический был. Пауза сразу же от тренера. Вторая... С четырех, ну и Outsiders выиграли первую половину уже 100%. Мне кажется, на карте Overpass это очень даже хороший результат. Он сказал Terror Blade? Я думаю, это название раунда. Terror Blade. Да, да. А вот сейчас он может сработать. Но это что-то Overpass, это тот самый TeamSpeak, кусочек TeamSpeak. Когда говорили, что парни, давайте Terror Blade сыграем. Но это же Дастан говорил, если не ошибаюсь. Нет, по-моему, говорил Джейм, и он сказал. Он спросил Дастана потом. Давайте поставим паузу. Не, да, да, да. Не, я имею в виду сейчас прям про Terror Blade. Сейчас же Дастан, по идее, говорит. Не-не-не, это говорил кто-то из игроков. Значит, мне кажется, Кайрон. Кайрон. Ясно. Они, мне кажется, гонят просто беса с Дастана. Возможно. Может быть, это просто фейк. Да, да, да. Что действительно с рукой у Дастана, я таки тоже не понял, но... Может, у него что-то типа туннельного синдрома, по-моему. Но я могу ошибаться. Беда, но тут Грим нормально так по Джейму нашивает. Кстати, entry kill, снайпер команды Outsiders погибает. И вот этот момент был достаточно важен, честно говоря. Грим там как СВХ просто. Ну и дальше. Outsiders не спеша. Перетягиваются два игрока, один под лонгом побегал, это у нас был Фейм, но он сразу перетягивается, и бомба продолжает лежать в коннекторе, команде Outsiders нужно еще будет ее забрать и как-то попытаться раунд разыграть, потому что, ну, потеряли снайпера, да, неприятно, но ну, нужно вчетвером тоже попытаться что-то сделать. А вчетвером Outsiders будут идти под Б. Главное, бомбу не забыть, за ней возвращается сейчас флит. А где у нас Халзерк? Он стоит под Б. Наконец-то угадывает.
Авик с выходом от атаки. Вот и минус. Сейчас может быть второй. Второй есть, будучи слепым. Хаузерк отрабатывает это 2 в 5. Ну и что, ФМ с литом повторят. Тот же раунд от Джема и Кайрона. Или это будет сейф? Не, ну времени слишком мало. Авик забирает флит. ФМ контролирует монстры. Девайсы бы повбивать. По идее, у аутсайдерс экономика неплохая. Можно было бы попробовать выбить девайса 3-2. Но аутсайдерс сейвит свою экономику. Джейм тайм у двоих игроков, у ФМ и флита. Но ВП засейвили, это тоже хорошо. Сейчас посмотрим. Друзья, команда Outsiders проигрывает еще один раунд. В комплекте хорошо после паузы отыграли. Вот уже стали под базой Б. Хорошо сыграл Халзерк. И вот, да, минус по Кайрону. Еще один минус по Кикерту. Фулл блайнде просто прекрасно. Ну, немножко зачилились просто в комплекте. Видно, паузы на них повлияли. Они их... ну, то есть на плюс морали начали уже сидеть комплей. Ну, чуть-чуть есть такое, я с тобой согласен. Пятерочка уже неплохо. Но атака, я помню, не самая лучшая в комплекте. А вот защита от Outsiders очень даже неплохая. Авик опять под Б. Я думаю, нашли ключик к этой атаке в комплекте. Правда, Outsiders рано или поздно поймут, что здесь снайперская винтовка и, возможно, уйдут. Грим откидывает... Точнее, не Грим, а тиммейт Грим откидывает молик под воду. И комплексы понимают, что там никого нету. А здесь Кикерт. Кикерт пошел искать. Флешка нужна. А флешка будет от Фейма. Ну куда до флешки? Куда до флешки? И сразу минус один. Также от Флоппи. 5 в 3. В итоге играет комплексы. Флит. Фейм и Джейм будут доигрывать. Фейм идет под Б. У него еще две флешки есть. Да, но ситуация 3 в 5, позволит ли команда Complexity настолько жадно играть в Outsiders? И, ну, мне кажется, что стоит, наверное, задуматься опять про сейф, но там лос-бонус не слишком большой, чтобы закупиться. Ладно, Джейм находит минус по Фэнгу, это уже поприятнее, но снова Флоппи будет встречать просто под развеивание. И Флоппи говорит, что тут кто-то тусуется, у меня прибор ночного видения на глазах, и я кого-то слышу, минус один. Ой-ой-ой! Тем временем прошел просто сквозь Флоппи, но раунд для команды Complexity, друзья. Да, Джейм сейвит снайперскую винтовку в который раз уже. Так, ну, на карте Overpass он засейвил. Сколько уже? Четвертый раз он сейвит. На Anubis это было всего три раза. Такие по-моему, вот дела, да. Друзья. Не забывайте, что на нашей трансляции вы можете получить, конечно же, Face Drops. И не забывайте, что именно эти Face Drops получаются рандомно. Просто подвяжите свой аккаунт Face It и смотрите трансляции Майнкаст и получайте за это Face It Pointы. Ссылка под трансляцией. Там баннер есть, Face Drop, друзья, присоединяйтесь. Да, это плюс. Я думаю, стоит об этом повторять чуть почаще. Да, Халзерк. На миде, кстати, играет команда Outsiders. Занимает детскую площадку. Он контролируется от Фэнга. Его никто не проверяет. Красный Фейм. Дальше спрей. Нет, Джейм закрывает Фэнга. И сразу же смещается назад вместе со своими тиммейтами. И решает играть снова с Питан, но при этом... А, они в коннектор уже пошли. И Фейм красный просто пробежал дальше. А куда пошел Фейм? Почему настолько глубоко пытался сыграть в туалетах? Ну, за это наказывают. Ну и Грим боится, что это может быть уже банан, кстати. Хаешечка полетела за столб. Будет выход монстра. А, нет, здесь смог тайминговый прилетает. И у Outsiders остается всего один смог и одна флешка. Их нужно использовать максимально хорошо. Кайрон уходит с монстра, будет чекать спину, наверное. А троих игроков как была на шорте, так и остается. Хотя Кюгерт хочет просматривать спину, и это будет перетяжка. А Джейм, возможно, идет какой-нибудь фраг. Кстати, Халзерк играет... А, Джейм просто так выстрелил, типа напугал.
И Хаузерк под даплентом. Мне кажется, он не пропустит. Полетели. Полетели сейчас игроки атаки. Вот такой ванвей, ну, Хаузерк легко должен разбираться. Второго уже щелкает. Это 2 в 4. В итоге, мне кажется, в комплекте заберут свою семерочку. Да, легкий для Хаузерка. В соло Джейм уже понимает, что ничего сделать тут не будет. Сейвит даже в последнем раунде первой половины, друзья, на статистику играет. Ну и первая половина заканчивается действительно победой команды Outsiders, но комплексити далеко не отстают. На один раунд буквально. Поэтому не забывайте, друзья, что военная агрессия террористической федерации на территории Украины продолжается. Полномасштабное вторжение, которое произошло 24 февраля. Война идет. И Майнкаст вместе с Донателло продолжает сбор средств на нужды вооруженным силам Украины. И уже собрали более 2 миллионов гривен. Поэтому и присоединяйтесь и вы. Ну, все разумные люди должны понимать, что это война, которая убивает очень много мирного населения. И война, которую развязала Россия. А в такие дела не забывайте, присоединяйтесь к банам по трансляциям. Мы идем на паузу и очень скоро вернемся к вам. Возвращаемся, смотрим Counter-Strike. У нас матч за выход в плей-офф. Дастан чуть-чуть нервничает, но его команда выигрывает. В отличие от команды Блейда. Нави проиграли на первой карте, насколько я вижу. С счетом 16-8. Но у нас здесь самое интересное начинается. Вторая половина. И это пик команды Outsiders за сторону атаки. За слабенькую сторону, можно так сказать. Они забрали целых 8 раундов. Сейчас будут, возможно, забирать пистолетку. У Кикерта есть береты. У Флита также. Кайрон с флешкой. И это стак база Б.
Вот Outsiders, Халверк с тиммейтами проходят через Underground. А у GT что со счетом вообще? 2-12. Но это капитан, который довел свою команду до как минимум 7-8 места на турнире АЕМ Катовице. Проходит пода сейчас. Команда атаки. Джем за плентом. Он здесь один. Ему нужна помощь. Аутсайдерс все еще стоят под плентом Б, не угадывают. Все, Джейм увидел. Как сочно выдал первому. По второму не залетело. Сразу же отходит. Китов нету. Китов нету у команды Аутсайдерс. Да, это минус. А здесь пуш! Это может быть проблема. Хелзарк залетает. Минус 3 просто от Хелзарка. Что же он сейчас делает? Кайрон будет принимать? Нет, не принимает. GT ставит голову. Ну и 1-3, друзья, ситуация, в которой Кикерт, ну, будет пытаться как-то разгребсти вот это все, но это будет сделать крайне тяжело. Ну и, скорее всего, команда комплекте забирает пистолетку, но в варпасе в атаке. Вот этого уже было не ожидано. Ну и, действительно, Халзер, который залетает и просто минус 3 дает, это жестко. 17-9, парень включается. Кикерту необходимо здесь сейвить. Армор, и, по-моему, хватит на фмамс. Я могу ошибаться. Не увидел, сколько денег. В итоге у Кикерта осталось. Так. Будет ли форс? Я думаю, будет. Ну, начиналось все прекрасно, но вот это решение прыгать под хлопу, это интересно. Так, два фамаса даже есть. Команда Outsiders. Три пистолета. С таким баем можно выигрывать. И кстати, смотри. Флит играет в андеграунде за атаку на оверпассе. И у него всегда здесь просто 5 фрагов. А потом его команда переходит за сторону защиты. И он набивает еще фрагов 15. И в итоге играет нормально. С нормальной статистикой. Нужно проверить теорию эту. Через Underground сейчас играют комплексити, потихонечку занимают для себя эту позицию, и кажется, в итоге Outsiders угадывают с вектором атаки. Бомб под Б, Флоппи уже занял воду. Так, а Кикерт пытается начекать. Кстати, два смока еще есть. Один дали Кикерту, второй у Флита, который стоит за столбом. И комплексити так. А, спасибо. Да, друзья, небольшие проблемки бывают, простите, это уже не от нас зависит, мы стараемся, чтобы все было хорошо, но это уже ESL, как говорится, 4 в 5 ситуаций. Complexity, B-сайт, просто сейчас бомба будет устанавливаться, Outsiders опять будет отправляться на сейф, и это выход на 10-й, кстати, для команды. Complexity должен быть. Вот так вот. Да, тем временем Na'Vi там все-таки проиграли, друзья. Проиграли Na'Vi первую карту, но что поделать. Ну, а тут у нас только разгар. И вторая карта, которая может быть достаточно интересной. Комплексити могут на ней побороться, для себя ее забрать. А вот что будет дальше? Сможет ли команда Outsiders в защите показать хорошую игру и забрать для себя вторую карту? И закрыть эту серию со счетом 2-0 мы с вами сейчас посмотрим. Потому что, ну, развязка этой карты будет скоро. Я не услышал, что сказали. Я тоже не услышал. Но это сейчас было жестко. Ладно, 18 раунд, друзья, давайте посмотрим. Команда Outsiders, два фамоса там, кстати, полетели. Дальше дуал берец в руках у Кикерта, 5-7 у Джейма. Сейчас на эту реализацию мы с вами поглядим. Ну и GT забирает флита. Ладно, это было жестко все. 4 фамса, калаш в комплекте, друзья. Ну тут вообще должно быть без шансов.
Да, почему смеется? Ну, шутки в голове шутит все-таки у комментатора. Да, мы своя, понимаем шутки. Даже без слов, да, при этом. О, а Фамасту отлетел достаточно далеко на генератор. Так, кикер стоит на бочках, будет прыгать, и у него есть смок в руках, самое главное. С беретами, я думаю, прям справится здесь. Кикер просто в смок его зашивает, и это уже 10-й раунд для комплекса. Ну ладно, это без шансов, да, пока. Пока без шансов. Стартовые раунды комплект забирает себе уверенно, жестко. И посмотрим, что сможет придумать команда Outsiders в первом фулл-бай раунде. Потому что там как бы уже подходит вот такой критический момент, да, если комплект забирает первый фулл. Для них это выход на 12-й. 12-8 в атаке комплы, если возьмут. Но я думаю, что эти ребята просто не отдадут карту оверпас. Просто не отдадут. Ну, возможно. Такое в целом возможно. Но у нас все очень близко. Кстати, как и на карте Anubis. Mm-hmm. Комплексти вообще не сдаются. И интересно, что вот так вот многие команды по ходу турнира набирают форму. Как сейчас делают это комплексти. И проигрывают команде топ-5 мира. Чемпионом прошлого мажора. Не прям таки разгромно. Ну, даже выигрывают сейчас. Проиграли первую карту 15-19. Неприятно, конечно, но можно дальше играть. 3 Галила, 4 Галила даже в комплекте. Mm-hmm. Да, это неприятно. В прошлом раунде тоже так же играли, только я сказал вместо Галила Фамусы. Ну вот, постоянно. Профессиональный комментатор, который немножко бывает путает. Там вопрос был... Ладно, это вопрос мы уже обсудим, друзья, которые в чате на паузе, либо когда там команда Outsiders будет делать какой-то экономический, если они проиграют. Сейчас раунд 19-й. Ну, посмотрим. Достаточно медленно комплекс его начинает. Стак под монстра втроем. И игрок с никнеймом Халзарк будет накидывать флешечки, если это нужно сейчас для выхода с под монстра. Ну, должна, по идее, залетать одна моменталка и одна верхняя. Кикарт откидывает тайминговую зажигательную гранату. Это уже достаточно смотрится закрыто, да, от команды Outsiders, потому что есть еще и смог в руках у тиммейта, который рядом с ним стоит. Это у нас Флит. Да, который откидывает еще один тайминговый снова. Флэш. Такая флешечка вкусная, но JT работает не хуже при этом. Страдает Грим очень сильно, 27 хп остается у Грима. 21, извините, хелспоинт. Ну и пока преимущество для Outsiders. И будет подсадочка, которая, возможно, сработает. Фэнк по чуть-чуть проходит, боится упасть. И упал Хазарк. А мог убить, за столбом был Кайрон, который не смотрел, вообще не смотрел этот буст. Грим сбрасывает все своему тиммейту. И будет выход, кажется, через монстр. Есть еще куча гранат в атаке. А вот здесь флит. Флиту флешка прилетает. Ну, хотя бы одного сбрил. По второму чуть-чуть попал. ФМ работает. Халзарк последний. И Халзарк не смотрит на воду. Но фраг делает все равно ФМ. Очень жестко. Пока у нас пауза небольшая. Вопрос от Фридвиса Петровича Кризен. Как думаете, каковы шансы NA-региона вернуться на просцену, да, камбэкнуться? И что, так они уже потихонечку возвращаются. Потихонечку, правда, не сильно, но... Ну вот, комплексы, дальше ЕГЭ там... Ликвиды. Ликвиды. Ликвиды вышли в плей-офф вообще. Да, да, да. Ну, ЕГЭ я бы не сказал, что возрождение. Ну, да. Ну, они хотя бы чуть-чуть хотя бы играют, хоть убивают, как в последнее время, да? Это не та команда, которую... Ну, ладно, ты заходишь все равно на ЕГЭ, ты понимаешь, что сейчас будет происходить против условных каких-то Na'Vi. То есть, ликвиды борются с командой европейского региона. А вот, ну, и комплексити сейчас потихонечку включается, но комплексити такой вот состав тир-1, тир-полтора, который вот может бороться там наравне с... Бигами, с Outsiders, да, то есть Outsiders тир-1 состав, но пока нужно еще набрать обороты. Отшугали сейчас Outsiders. А, вообще, что за сетап Outsiders? Они играли вчетвером под А в какой-то момент. Кикер стоял один под Б. Но кикер-то игра идет на этой карте. И монстр он сейчас неплохо принимал и за атаку отлично открывал эту же точку. А комплексити идут под Б. Снова. ФМ стягивается третьим. Я не увидел, где он получил дэмэдж, но у него 16 хп.
А смоков уже не остается. Где все смоки? Куда их потратили? Аутсайдерс приходится просто вот так вот стреляться, и стреляться не получается. Это сейв. Джейм тайм. Опять и снова, друзья. Не опять, а снова это все происходит. Ну а команда Complexity забирает для себя важнейший 11-й. Ну вот такой вот плейстайл у них выходит. Медленный достаточно, да? Поиграли под А, побегали под лангом, зашли на курилку, постояли там, что-то посмотрел Фэнк. Ну и все. И сразу же перетянулись через Т-спаван. И команда Complexity просто выходит через монстр на Б и спокойно отыгрывает данный раунд. У ВП проблема с экономикой, у Фейма закупиться с флитом не будет нормальных денег вместе с Кикертом, то это только Кайрону и Джейму, но Джейм скинет девайс, то есть какие-то никакие девайсы с гранатами будут, но помогут ли они команде Outsiders, потому что для комплексити это будет хорошая возможность выйти на 12-й раунд. О, косики. Белочка, кстати, друзья, залутала 500 фейсит поинтов. Поздравляем ее. Белочка. Вы можете так, да. Вы можете также, друзья, кликайте на баннер по трансляции. Там фейсит дропсы, смотрите трансляцию и получаете фейсит поинты. Фейсит поинт — это хорошо. Пауза уже третья. Пишет, извините, сообщение в чате. Включаю стрим, это сейв. Выключаю, включаю через пару минут, это сейв. В третий раз, это сейв. Найс игра. Это дефолт. Вот так, да, это дефолт на матче Outsiders. Ну и вообще, в общем, честно говоря. Ну на матче Outsiders это самое большое количество. Друзья, если что, фейсит поинты выдаются рандомно. Не думайте, что именно вам они придут. Или на самом деле это я выдаю. Напишите в чат, кому нужны поинты, я выдам. Я тайный админ. Понял, по фактам. Расклад. Сделал вот такой у нас Кризен, друзья. Ну что, 21 раунд. Outsiders против Complexity. Только начинается вот этот движняк, как говорится, пати. Там, кстати, раскидка хаешек на подсад. Но там никого не было. Снайперская винтовка у Джейма, калаш и 3 М-ки есть. Мне Петрович выдавал, да? Еще и скидывал фотки. Ладно, не будем об этом. Ну что, медленный раунд от комплов опять. Готовятся они вдвоем, стакнулись под монстром и уходят на воду. Да. Очередной супер-мега важный раунд для Outsiders. Они так могут упустить вообще карту AirPass. И все кончится. И дальше будет сложнее. Флит играет на дощечке. Но сейчас укрепление монстра у нас есть. Выход состоялся. Флит на размене. Выход Зиги. Кайрон контролирует, но его прошивают. Флит как будто бы заблочил своего тиммейта. Подобрал калаш. Калаш, наверное, для этого. Это было и сделано. Ой, 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 Халдерк прошибается. И это ошибка, которая стоит раунда для команды Complexity. И бомбу не поставили, и Outsiders выходят для себя на приятный 10-й. Ой-ой-ой, это сейчас будет действительно вот такой вот камбэкич. Жестко. Жестко сыграли. Ну тут, честно говоря, Кайрон стал героем раунда. Правда, действительно, вот этот блок. Ладно, Флит стал больше героем, но Кайрон хорошо принял шорт. Надамажил при этом оппонентов. И еще и смог налутать, да, один килл. Я просто открыл чат и я вижу сообщение. А если я никогда не заходил на Faceit, есть варик пробиться в Нави за счет аналитики? Дружище, я думаю, все есть. Я думаю, варианты есть, только тебе надо больше учиться, заниматься, находить контакты, с кем-то общаться. И если в это все верить и к этому идти, у тебя всегда все получится. Я тоже 4 года мечтал работать на мейнкасте. Вот, ну вот, как бы... За последние полгода это случилось. А как ты думаешь, Simple туда попал, да? Вот так вот жестко. Мечты сбываются, да, друзья? Действительно, главное идти к ним и верить в это. О, не, ну не бей, дружище. Ну штрафчик я уже тебе лично приеду, выпишу в следующем году, если ты будешь на Катовице. В Катовице, извините, будет.
И обязательно приеду. Да, не забывайте, друзья, что вы можете заспойлерить на несколько десяток секунд матч CoverGG и ищите матчи с быстрыми данными на сайте нашего партнера. Кликайте на баннер по трансляции. Вот так вот. Последние деньги остаются у комплекте. Ну, игра очень медленная. Какая же медленная игра? Я думал, аутсайдер. Ну хотя комплексе играют чуть побыстрее, чем аутсайдер все равно. Не тымят до последнего. Выход на длину. Ранбуст какой-то кривой, что ли. Споткнулся, как будто тот человек, который ранбустил Хаузерка. И Хаузерк не долетел. Ну и Джем отлично среагировал. Есть опен для его команды. Грим прочекивает потихонечку туалеты. И Фэнг будет играть с Авиком. Ну, Фэнга с Авиком я не видел еще. Ладно, типа Флоппи иногда, Грим иногда, даже GT может быть, но Фэнг это стрелок. Да, 50-я секунда. Команда комплекте находится еще возле Т-спауна, да, никуда сильно не спешат. Грим остается играть лонг, при этом ожидая перетяжки. Ситуация 4 в 5, но комплы все равно с нее могут выйти немножко приятнее, если сейчас пойдут монстры под флешки, под гранаты играть, плюс Грим может обойти в спину. Интересно, Джейм до конца будет ли смотреть лонг. Вот позиция у кикерта в песках вроде бы неплохая, но при этом она контрится одной флешкой. Ты не успеваешь отвернуться, если прилетает какая-то моменталка сейчас. А Кайрон играет под асайтом на базе Б. Только один игрок, кикерт падает. Ситуация 4 в 3. Флоппи тоже уже проходит сайт. Флит играет на болоте. Флешка моменталка залетает. Грим забирает Джейма. Фейма, извините, падает Флит. Друзья, это 12-й может быть для команды комплекте. Кайрон неплохо крутится. Забирает только одного. Фэнк не забирает оппонента. И Грим 1 в 2. Оу, ББ Грим. И Грим не вывозит такое. Слишком далеко был Грим в этой ситуации. Ставил пачку Фэнк и... Ну там времени просто не хватало. Просто времени не хватало. Да. Затянули. Сейчас комплексити слегка. Что, пауза будет? ТСИ так стоит, как будто хочет что-то сказать. Ну, скорее всего. Господин модератор, дайте, пожалуйста, ссылку в чат на Faced Drops. Возможно, у людей есть какие-то проблемы. Может, сейчас все будет красивенько, и вы сможете зайти по ссылке. Вот такие вот дела. 11-11, друзья. Команда Outsiders сравнивает счет, выходит на паритет. У команды комплекте проблемы с экономикой. Денег не сильно много, да, там калаш от грима есть. Ну и дальше девайсов нормальных не хватает. Ну и выход на 12-й для аутсайдерса, и следующий будет действительно картой на игру, возможно. Раундом на карты, на карту, извините. Ну, у Грима очень ответственная роль. И он ее отлично исполняет. Почему-то Джейм не был готов к этой подсадке. Просто стоял открыто. Грим в итоге может и второго убрать, и убирает. А третьего? Третьего слабо. Просто сколько спин? Раз, два, третий тоже может быть. Нет, играет пассивно сейчас Флит. У Кайрона хорошая позиция. Кикерт будет сопортить своему тиммейту. Грим уже третий фраг. Что происходит? Да, команда Outsider сейчас может Аник проиграть этот раунд. Грим четвертый. Ладно, поехали. Как же хорошо иметь такого игрока, как Грим. Потому что именно в такой ситуации, когда твоей команде необходимо забирать раунд, Грим делает минус 4. И можно даже эйдж дать, если Флит пойдет. А Флит хочет идти, а экономики-то нет. Флиту нужно сейвиться, но он здесь не выиграет. Он 100% не выиграет. Да, я слышу Флит какие-то понимает. Колы. И колы, наверное, информацию тоже Флиту дает. И все, ребята идут с команды комплекте тоже сейвить себе девайсы. Флит тут выбирает хотя бы JT, но дефьюз киты есть, он успеет, если что, еще. Но он байтит, наверное, на минус девайсы. Да, и засейвится. Или нет, нет, машина... Да, на машине, если пачка стоит, то ты не сейвишься, скорее всего. А был ли смысл вообще выбивать девайсы? Потому что в любом случае в комплекте будет бай. На команде Outsiders этот коллаж был необходим. Очень печально. Джем прям подставился. И здесь, если бы добил Флит третьего.
Ай-яй. Ну, кто бы что ни говорил, комплексити очень сильно набрали. Очень сильно набрали форму. Да, друзья, но такие раунды команда Outsiders глупые отдает, ну и денег нет, экономики нет, комплексия выходит для себя на 13-й, ну и дальше, возможно, на 14-й раунд. Вот вам и проблемы. Вот Outsiders. А, так там флитейс дал, оказывается. Да, он таис дал, но... Но это не было настолько эффектно, как это сделал Грим с калашом. Ну, да, лучше такие 4 фрага от Грима, чем эйс, как у Флита был, если честно. Намного эффективнее для команды. Грим выиграл раунд, таким образом, для своих ребят. Возможно, игру. И смотри, что делает комплексити. Они просто идут вчетвером по банан, там один джейм с авиком. Да, у него есть авик, но у него проблемы. Все, это сейв. Если кто-то что-то нереально не даст, то это сейв. А смотри, что на монстре произошло. Там разминулся GT вместе с Феймом. Фейм запушил монстра, и в эту же секунду GT выходил. Да, Кайрон забирает. Это хотя бы плюс девайс для команды Outsiders. Сейчас критически важно, да, каждый девайс, потому что экономика не в лучшем состоянии у коллектива Outsiders. Ну, посмотрим, что. Комплексити берут 13-й. Да, ну и карта Инферно может быть действительно, друзья, не за горами. Вот интересно, да, игроки между собой там свапают на левую и на правую руку. Почему эта анимация не показывается вот прям на оригинальной картинке? Как-то не проработано. Потому что оригинальная картинка... С ума сойдет. Типа со своего... Со своего как-то point of view. Со своей повки. Угу. Смотрит все. И... Я не знаю, как это объяснить. Ну, от своего лица. Так по идее логично. Да, просто от своего лица, и ты как будто сам смотришь, тебе не нужно это. Но могли придумать что-нибудь для турниров и вот такое вот сделать. Да, ну я так понимаю, игроки тоже свапаются достаточно долго. Да, друзья, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Господа, модерация уже пришла. Да, ну это... Наша же модерация своими силами. Все делаем красиво. Посмотрим уж, кто же будет на самом деле сильнее в раунде под номером 25. Команды комплекс сейчас очень неплохо себя показывают. Ну, если взять, да, вот атаку от них, то это быстро, качественно и, честно говоря, неплохо. От техасского состава, да, организации, точнее, Джики забирает вверх Кайрон, минус нету, организует или нет, да, просто пяточку прострелил, Фейм тем временем только забирает сейчас Джики, проблемы большие у команды Outsiders, Фейм работает, минус один, Фейм дальше закрывает Халзерка, и 1-3, до свидания. А почему Джим не помогал своим тиммейтам, я не понимаю, он все это время стоял здесь, возможно, Фэнк как-то повлиял на это, потому что Фэнк, подал, тусовался все это время. Джейм будет сейвить свою снайперскую винтовку. И на 14 раунд выходит комплексити. Но я не верю. Я до конца не верю, что здесь может быть третья карта. Честно. Outsiders настолько хорошо играли за атаку. Комплексити не могли просто понять, что происходит на карте. Но в итоге каким-то образом 14-11. Джейм действительно 8 смертей, друзья. Джейм тайм. Это вам, как говорится... Не куличи кушать. 14 раунд команда комплексити. Денег нет. Ну что, мне кажется, тут предельно все ясно. Должно быть и для нас, зрителей, и для команд. Сейчас команда Virtus.pro хотел назвать, да. Команда Outsiders, извините. Имеет все шансы проиграть и упустить возможность закрыть данную серию со счетом 2-0. И выйти на 1-1, и карту Инферно мы можем увидеть. Десайдер, напомню. Четвертая пауза. Достан берет четвертую паузу. Да, вот ты смотришь, команда Outsiders. Настолько она хорошо и классно играла Overpass против Хероиков. Ну и тут совсем другие Outsiders на Overpass. Прям совсем другие. Непонятно вообще, что произошло с ребятами. Ну, какой раунд здесь был ключевым? Наверное, раунд Грима. Да, он самый ключевой. На 11-11. Да. До этого тоже какой-то раунд был, по-моему, Force, что ли, от комплекса. Какой-то полубай залетал.
Ну там в защите они тогда взяли, они не должны были выигрывать раунд в защите, аутсайдерс должны были выходить для себя на восьмой, но тогда там тоже, или тогда Халзерг принял всех четверых на банане. То есть есть много ошибок от команды аутсайдерс. Тостан продолжает говорить, и нужно, да, команде аутсайдерс включаться, иначе это действительно будет выход на третью карту. Музычка и пауза. Хаешка лежит, отдыхает. Да, команда Outsiders стартует последний бай. Ну, это раунд на карту. Раунд на карту. Это факт. Джайм сохранил себе авик. Играет с ним на длине. А здесь крадется Грим. А по-моему, Джейм сейчас не увидит Грима. GT выходит монстр. Да. Грим, как же отлично отыграл. Можно считать, соло скрывает точку А. На самом деле, а здесь Джейм не попал. Фейм забирает только сейчас Фэнга, но и ситуация 3 в 3. Еще и остается играбельная она для коллектива Outsiders. Смог сразу же летит тут Фейма. Только я не понял, куда сейчас именно. Лонг, наверное, закрывать. Хотя нет, прям в сайт прилетает Закар. Это вот этот One Way, который использует команда на зеленом. Ну и 3 в 3 медленно комплексити играют. Пока стоят по позициям, не спешат с выходом. Ну и нужно думать над тем, чтобы сейчас какую-то атаку провести комплексити. А здесь спина. А спину ждет Грим. Или кто это? Это Флоппи. Флоппи отвернулся. Тайминг идеальный для флита сложился. Грим потихоньку открывается. А два игрока на играют максимально пассивно. А почему максимально пассивно сейчас играют? Я не понимаю. Грим открывается, минус. Халзек последний, будет играть 1 в 3. Он с калашом, 12 секунд остается. Чекает банк. Фейм легко расправляется. А где Авик? А где Авик Халзерг? Где так и остался. А Халзерг был, кстати, где, да, действительно. Где-то на банане, скорее всего. Да, он его, скорее всего, дропнул. Но сыграли Outsiders неплохо в этом раунде. И оставляют они шансы на то, чтобы побороться на карте Overpass, не отпустив при этом команду комплекте на третью карту. Хорошо сыграл Фейм. Не открывался, не пикал, просто ждал, пока его самого запушат. Экономика у команды комплекте в этом раунде они решили не закупаться. То есть это будет 27-й для команды Outsiders, по идее. Но спешить не будем. Мы знаем, как команда комплекте играет с одним девайсом в руках. Мы это уже увидели. Но это был Грим, а теперь задача Халзерка сделать минус 2 хотя бы, минус 3 может быть. И все будет хорошо у его тиммейтов. Джейм без авика играет. Прыгает просто с сайта, смотрит длину, а его тиммейт прыгает на карте и смотрит банан. А комплексити уже близко. И Фейм... Так, тайминг, возможно, не самый удачный. Там щель маленькая. Для GT осталось через длину или через банан будут играть. Длину хотят проверить. Комплексити. Гранат. Так, а смок у флита, который играет под Б. Под А смоков не остается, есть только молики. Фейму сейчас нужна будет помощь. Вместе с ним Кайрон. За спиной есть также Джейм. Фейм. Убьет ли Халзерка? Есть фраг. Второй. Флоппи что-то нереальное дал. Но Джейм тут как тут. Там еще второй был килл от Флоппи, но и заберет Джейма еще, наверное. Нет, Джеймс и Оспа перестреливают Флоппи. 13-14, друзья, команда Outsiders остается еще в игре. Ну да ладно, это был раунд с калашом и диглами, хотя он тоже был достаточно, да, такой вот интересный. Комплы могли его попытаться для себя дожать. Ну что, посмотрим. Сейчас будет фулбай и раунд, который может принести команде Outsiders выход на паритеты, а команде комплексити испорченную экономику и отданный, скорее всего, 29-й. Но спешить не будем. Аутсайдерс тоже без экономики остаются. Ай-яй-яй, беда-бедой. Для комплекта это может быть тоже выход на карту. Так вот где у нас будут ключевые раунды.
это, вот этот раунд и есть, наверное, ключевой. Ключевой, извините. Джем с Авиком. Наконец-то. Играет с сайта, есть фейм. Также на длине грим хаешка. Нервничает, наверное. Игрок. 8 хп у кикер-то уже остается. Как это случилось вообще? Его прошили, наверное? Там хаешка вроде бы вдогонку по нему полетела. И стягивается кикер пода. И не угадывает. Просто не угадывает. Аутсайдерс придется вдвоем встречать. Флит и Кайрон здесь. Есть хаешка, есть молик у ребят. Но гранаты не самые лучшие. Полетела раскидка. Флит. Флешка. Какая же флешка. И Кайрон. Со стрельбой не повезло. Не двигаются аутсайдерс. И они уже сейвятся. Да, снова да, сейф. Да, хп нету. Гранат нету. Это стопроцентный сейф. И, друзья, у команды аутсайдерс остается последний шанс. Только в раунде под номером 29. Ну что, у комплекте возможность забрать вторую карту для себя открывается сумасшедшая. И действительно, кикерт, ладно, там девайс может дропнуть. И ребята гранаты, армора подзакупить смогут. Ну вот только кто Кайрону даст денег, фейм... Ну, в принципе, фейм может дропнуть. У него калаш, гранаты, он докупит вторую армору. Это тоже хорошо, дефьюз киты есть. Тоже достаточно важно. Ну что, друзья, все достаточно интересно у нас, только оно вот подходит к концу, вот эта интересность, а карта Инферно может быть вообще там, разрывная. Так, музыка пошла, пауза. Ну, а с кем играли в комплексе карту Инферно, я не помню что-то. С Фнатиками? А, нет, в комплексе... А с кем? Они не с OG, они играли с Фнатиками. С Фнатиками играли, да, как раз таки сегодня выиграли 16-8. Выиграли Маузов 16-9, проиграли Героикам 11-16, и выиграли Энс 16-8, и выиграли Нави 16-11. И это все за последние 10 дней. Но считая статистика за 10 дней, 5 игр, 4 победы. А, там до этого ЕГЭ проиграли. Ага. А у Outsiders 86% финрейт, но это за 3 месяца. Выиграли OG сегодня, но это, я думаю, не считается. OG с тренером были. Непов выиграли вчера. И все. Последняя игра была почти 3 месяца назад. До этого. Какая-то долгая пауза. Настраивает TC. У него всегда такое лицо, как будто... Все хорошо. Всегда да. Такой радостный. Ну, у нас всегда пауза была. Ну, сейчас посмотрим, друзья, что командам Outsiders поборется вам на за 29-й. Возможно, последний раунд второй карты этого Best of 3 противостояния, друзья. Ой-ой-ой-ой. Действительно. Ну, наши фанаты, зрители, точнее, да, переживают за команду Outsiders. Но, друзья, что поделаешь? Да, все в их руках. GT будет подсаживать флоппи? Или кто это? А, это дабл нейт. И смотри, это будет шикарно. 25 хп у бустера, хотел сказать, у кикерта. Под флешку пикает, отходит. Два раунда подряд начинать с маленьким количеством хп, это очень неприятно, это очень досадно. И, кстати, да. У кикера-то в какой-то момент было фрагов 16, он прям ушел 16 на 8, что-то такое. А сейчас у него 18 на 18. Ну, под базу бета так комплексити выходили, прям они вылетали, то есть кикерту было достаточно тяжело с Кайроном стоять. Ну что, 45-я секунда, команде комплексити уже нужно делать выход, а вот и минус по Кайрону, все, это скорее всего, друзья, потихонечку подход к завершению, молик тайминговый-то пролетает на шорт, но поможет ли он команде Outsider, сейчас мы с вами посмотрим, и 33-я секунда, выход пошел, Флит первого встречает, но второго не добирает, ну как же не хватает команде Outsider с вот этого второго килла, который может полностью... изменить всю ситуацию. Неплохой смог. Кикер снова только одного. Джейм при этом не видит шорт. А бомба ставится. Ну и Джейм 1 в 3. Друзья.
падает. 16-13. Complexity побеждает. Жесткая игра. Выигрывали Outsiders с каким счетом за атаку? С 8-7? Очень хорошим счетом. Не-не-не, был 8-4 вроде 8-4, бы. 8-4, да. А сейчас вот так. Ну это грустно, если честно. Но такое бывает. А там у Na'Vi 5-3. Na'Vi выигрывает, но у них экономически. Я думаю, все туда сейчас пойдут. Да, друзья, этот да, первый стоит... канал.